Сцена номер 10, дубль 1, кадр 1. Начали. В морском лагере заканчиваются съемки фильма под рабочим названием «Артековский катерок». На площадке кипит работа. Все по-взрослому. Есть режиссер, актеры, осветители, гримеры, кастинг-менеджеры. В общем, настоящая команда киношников, киноотряд. Работают дружно и весело. Кино должно рождаться легко. Все собираются, ставят камеру, работают над светом. И начинается бурная, активная работа над этим замечательным проектом. Работа нашлась для каждого. Ребята репетируют, волнуются. Все сцены на всякий случай дублируют, то есть снимают по нескольку раз. Съемки проходят так захватывающе, что невозможно оставаться в стороне. Сейчас я произнесу главные слова, с которых начинается кино. Сцена 10, дубль 1, кадр 1. О чем сюжет? Тайна за семью печатями. Такое впечатление, что творческая группа подписала контракт о неразглашении содержания. Сюжет строго засекречен, и я не могу его разглашать в принципе. И все-таки кое-что нам удалось узнать. Это короткометражка социальной направленности об увлеченности детей мобильными телефонами и социальными сетями. В своей истории авторы фильма хотят показать, что Артек – это место, где виртуальное пространство не нужно. Здесь дети общаются в реальном мире. Фишкой фильма стал главный герой – веселый мальчик Петя. Я как будто вообще родился ради этой роли. Я просто становлюсь самим собой. У меня есть небольшой опыт съемок в кино. Сейчас я подойду к режиссеру и попробую договориться с ним о получении роли. Добрый день. Я бы хотела получить роль в вашем фильме. Привет. Дело в том, что все роли разбежались, как горячие пирожки. Все кастинги закрыты. И, к сожалению, я не могу вам дать никакой роли. Но есть один вариант. В принципе, можно устроиться на кухню работать и готовить бутерброды. Достаточно веселая профессия. Нет, спасибо. Кастинг был, он длился приблизительно 2 дня, и то есть была очень жесткая конкуренция, прошли только самые лучшие и самые квалифицированные актеры. Роли у нас распределились заранее, никакой борьбы не было. Да. Так я и думала. О чем тут можно договариваться? Типичный режиссер, роль Жуса потрясающая. Вот и получается, что детское кино снимают по взрослым правилам. Режиссер нравится, да. Угу. Он меня бутербродами кормит. Ну, дети – это всегда дети. Это как обезьяна с гранатой. От них можно ожидать всегда чего угодно. Очень сложно, конечно, с детьми сложно что-то организовать, но когда ты организовываешь, это очень искренне, это очень по-настоящему, это всегда интересно и неожиданно. Вот. И можно получить какой-то результат, который никогда взрослые, ну, в нормальном взрослом кино никогда не получат.